Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще дядя Кузя изобретает всякие удивительные приборы. Например, время-скок. Набираешь место и время, в которое хотел бы попасть. Раз, два, и уже там. Когда мы куда-нибудь отправляемся, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чевостик! Чего? Чевочка с хвостиком. Привет! Собирайся скорее, нам пора. А куда? В дальние края? Не только в дальние, но и в давние. Мы заглянем в далекое прошлое, и из него постепенно будем двигаться к нашим дням. По пути мы познакомимся с разными видами транспорта, а на некоторых видах транспорта даже покатаемся. Покатаемся? Здорово! Только я не понял, на чем? На разных видах транспорта. Слово «транспорт» пришло в русский язык из латинского и означает «перемещение». Транспорт нужен для перевозки людей и грузов. Телега, карета, автомобиль, трамвай, грузовик – все это транспорт. И велосипед? Да, велосипед тоже относится к наземному транспорту. Наземный – значит движется по земле. Существует еще воздушный транспорт – самолеты, вертолеты и водный – пароходы, катера, речные трамвайчики. Сегодня мы познакомимся именно с наземным транспортом. Узнаем, с чего началась его история. На чем ездили люди до появления автомобиля и какими были первые машины. Сколько всего интересного можно узнать! Давай скорее отправимся в путешествие! Ну что ж, нужно только задать время скоку время и место, в которое он должен нас перенести. Итак, набираю. 6000.
мы и дома. Понравилось тебе наше путешествие? Понравилось! Как мы в карете катались! И на гонках было здорово! Спасибо, дядя Кузя! А еще я узнал про то, какие умные люди, изобретатели! Как здорово они все придумывают! Я тоже хочу изобретателем стать, когда вырасту! Отличная идея, малыш! Только для этого нужно много читать и учиться! Это я с радостью! Ведь узнавать новое так интересно! Спорт, изобретения, динозавры и цветы, всевозможные.